Начните свои выходные с просмотра хорошего фильма. 21 октября в 11:00 в кинотеатре «Искра» состоится бесплатный показ киноленты «Весна». Лирическая комедия, тему которой сами герои определяют как пробуждение весны в душе человека. Молодая артистка оперетты Вера Шатрова впервые снимается в кино. Ей предстоит сыграть роль Ирины Никитиной, крупного ученого, руководительницы Института Солнца. Благодаря удивительному сходству Никитина и Шатрова постоянно оказываются в самых невероятных ситуациях. И каждая встречает свою любовь. А для маленьких жителей Ленинского района в субботу в музее-заповеднике «Горки Ленинский» театр «Иллюзион» представит спектакль-мюзикл «Добрая сказка», который поведает о дружбе, взаимовыручке и справедливости. Начало в 12 ровно. В это же время пройдут поэтические чтения стихов великих поэтов. Стихи живут. Получить эстетическое наслаждение можно будет в историко-культурном центре. 21 октября в 14:00 музей-заповедник «Горки Ленинский» приглашает всех на концерт «Я люблю тебя, Россия», посвященная 40-летию Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Билеты приобретайте в кассах музея. В этот же день, но уже в 16:00 в Центральной библиотеке театр-студия «Маска» покажет зрителям и маленьким, и взрослым свой спектакль «Небо-краюшка». Он поставлен по мотивам сказок, мифов и легенд славянских народов. Это сказка-игра, в которой двое веселых скоморохов, закоченев без тепла, отправляются на поиски Ярила Солнышка, встречая по пути самых неожиданных персонажей, а заодно вовлекая в представление зрителей. Автор и постановщик спектакля Ирина Гончарова. Вход свободный. А вот в кинотеатре «Искра» 21 октября пройдет веселый юмористический цирковой спектакль «Остров обезьян». В программе принимают участие дрессированные животные, артисты московских цирков и ростовые куклы. Начало представления – 17 часов. При покупке 3 билетов 3 места рядом предоставляются бесплатно. 22 октября в 14:00 любители искусства музей-заповедник «Горки Ленинские» приглашает на концерт «Музыкальный вояж». В программе будут представлены композиции великих классиков. Билеты можете приобрести в кассах музея. В воскресенье в игровом зале Дворца спорта «Видное» состоится чемпионат России премьер-лиги по баскетболу среди женских команд «Спарта НК» и «УГМК» Екатеринбург. Приходите поддержать любимую команду. Начало в 16:00. Также 22 октября в 18:00 в кинотеатре «Искра» пройдет долгожданный концерт казачьей песни «Креница». Это 25 молодых, талантливых, самобытных артистов, которые одновременно поют, танцуют и играют. Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России Владимир Копаев. В заключение – кино. Здесь же, в кинотеатре «Искра», зрителей ждет британский фильм ужасов «Голем». Викторианский Лондон, 1880 год. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти, жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем – древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочное убийство назначают опытного детектива, инспектора Килдера.